В конце XIX века Алексей Алексеевич Харламов, русский Бонна, пользовался огромной популярностью у французской публики. Сегодня, всего век спустя, приходится объяснять причины известности обоих этих художников, чье творчество осталось разве лишь в примечаниях истории искусства. Своей прижизненной славой Харламов был обязан как особенностям своего дарования. Он умел писать красивые и одновременно похожие портреты, грациозные женские головки и очаровательные жанровые сценки, так и покровительству законодателей художественной моды. Среди последних решающую роль в судьбе художника сыграл Тургенев, категорично объявивший Харламова величайшим современным портретистом. Портреты и несложные повседневные сцены из жизни детей были излюбленной темой кисти Алексея Харламова. Не исключение – картина «Сестры». Автору удалось запечатлеть изящность жестов и облика юных девочек благодаря отточенной до совершенства технике и безупречному деликатному колориту полотна. Портрет изображает двух сестер, держащих куклу. Красивые, правильные черты почти ангельских лиц продолжают восхищать критиков и любителей живописи по сей день. Младшая сестра с очаровательными белокурыми волосами смотрит прямо на зрителя. Мягкий свет ее любопытных и доверчивых глаз умиляет и оставляет на душе ощущение теплоты. На шее девочки нательный крестик, надетый заботливыми руками мамы или бабушки. Часто атрибут простой и добропорядочной христианской семьи. Старшая сестра кротко опустила взгляд. Она легко обнимает за плечо младшего ребенка. Милый, ненавязчивый жест сестринской заботы. Ее длинные каштановые волосы свободно падают на белую рубашку в народном стиле. Красивый контраст создает алый платок с русским узором и налокотник. Любимая кукла одета в нежное бирюзовое платье, которое, возможно, шили сами девочки. Палитра работы довольно сдержанная и гармоничная, не отвлекает от образа своей героини. В основном это коричневые, серые и бежевые тона, постепенно переходящие друг в друга. Композиция картины простая. Художник не хочет нагромождать ненужных объектов и деталей, ведь в центре внимания искренняя, непосредственная красота юности. Реализм – популярный стиль во времена работы Харламова. Действительно, картина похожа на фотокарточку. Таким достоверным и правильным с точки зрения пропорций и светотени получилось полотно. Тонкое видение и умение замечать трогательную добродушность и чистоту детей сделало автора популярным портретистом юных особ.